Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Зомби Кэтчер, охотники на зомби. Так, что тут у нас такое? Напугай зомби. Оказывается, если зеленый и метр с кепкой зомби тебя боится, напугай этих зомби. Странно. Так, продать товары. Блин, а у меня что, не хватило разве? С какого перепуга? Вы что мне тут гоните? Так, друзья мои, ну что, нам нужно с тобой как можно больше поймать зомби, для того, чтобы больше сделать продукции, и которую можно будет продать. Ну и что ты сделал? Что ты вот сейчас сделал, Рэй? Ну, надо было... Так, значит, напугать зомби. Хотелось бы мне посмотреть, как они будут. Огрел! Огрел! А куда ты? Ну нет, нет, парень. Щух! Я его поймал. Я поймал этого жучару. Так, и эту мышь тоже. Вот так вот ей. Слушай, ну одного я напугал. Одного я напугал, очень даже неплохо. Давай, вылази. Опа! Он уже хотел дубинку свою бросить. Точнее, молоток или кувалду, что там у него. О, синька. Синька чмо. Ну, желтуха, ты-то куда вылез? Кто тебя просил? Так, друзья, нам, по-моему, надо еще один жетон, насколько я помню, чтобы повысить уровень нашего, так сказать, профессионализма. Иди сюда, оболтус. Ой, желтый, ты ведро помойное надел и думаешь, сможешь от меня убежать? Конечно же нет. А теперь я, ребята, старшим истребитель буду, да? А, я главный по гарпунам. Слушай, можно получить награду в 20 этих. Но это за рекламу, да? Нет? Блин, наверное, да, наверное, за рекламу. Но я, как говорится, ее не стал смотреть. Я думал, точнее, что мне ее покажут, но мне ее не показали. Так, а я иду дальше ловить. Блин, тут как-то мало зомби, если честно, ребят. Маловато будет, я тебе так скажу. Так, ну что, вылази там, пройдоха. Ой, желтуха. Слушай, ребята, я в маске хожу, как этот. Ну, в принципе, да, правильно, здесь зомби. Опа. Здесь зомби от них воняет, поэтому нам надо в маске ходить. Правильно он делает. Так, спрячемся. Так, ну, деревяшку мы пробиваем, а вот с этим будет немножко. Да куда ты, Рэй? Воу, 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 вот это да, вот это я обделался. Вот это я перепрыгнул, называется, через все, что только можно. Да, перепрыгнул, и зомби, естественно, побежал в другую вообще сторону. И не чтобы переключиться на сетку, да тут пока переключишься, тоже, блин, 300 лет пройдет. Давай, кто там? Желтопуз. Желтопуз и... С молоточком, да? Почему мышки меня не боятся, а? Да что ты... Вот так вот мы и играем, ребят. Мне еще 16 зомбарей нужно напугать. Обожаю, когда вот так вот легенькие зомби появляются. Давай, 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 вылазь. Так, я здесь, ребята, подожду. Лишь бы опять не лопухнуться. Не лопухнулся. Тут все отлично. Слушай, а сколько нам медалей надо? Ой, 60. Для меня 40-то было дофига, а тут 60. Ну, я продолжаю свою лютую охоту.
Так, здесь мы с тобой поймали всех. Так, ну что, ребята, зимний биом. Зимний биом. Блин, лишь бы он тут. А если я сделаю вот так? Перестрахуемся. А! Он быстрее попал в эту, в клетку. Так, а вот здесь проблема. Если он сразу появится, то что? То ничего для него хорошего не будет. Ать, куда ты? Ну, куда ты бежишь? Ну, волк позорный. Холодильничек, холодильник. Так, ну что мы здесь придумаем? Ну, на всякий случай можно так сделать и вот так. Теперь главное... Этот-то понятно, этот хлыщ. Ну как ты меня... Да что ты там... Вла... Ты... Да, да, вот именно. Замороженные йети. Ну-ка, глянем. Просто хочу глянуть, кто там. Блин. Ты... Фига, как это? Да, блин, я не буду, ребят, ради этого хмыря одного. Блин, ну я знаю, что здесь, да. Ну, конечно, пипец. Просто взял через... Двоих. А тот хлыщ все-таки убежал, ребят. Но он бежит. Он еще бежит. Ну, я его не догоню, конечно же, не догоню. Все, он убежал. Он убежал, к сожалению. Блин, обманул же меня, а? А что мы продолжим? Какую охоту мы с тобой можем продолжить, если я всех зомби выловил здесь? Так, ну что ж, теперь надо заряжать наши автоматы. Сюда. Так, можно поставить жиробаса. Нехватка. Нехватка очень большая, огромная. Просто нехватка. Сюда. 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 И это, ребята, будет только лишь половина. Половина того, от чего нам нужно. Через 13 минут будет следующая партия зомби готова. Но это долго. А мне еще нужно 6 зомби напугать. Блин, ребята, 6 зомби нужно напугать. Ладно. Сделаю небольшую паузу, подождем. Я за кадром подожду, ребята, 12 минут, и мы продолжим. Так, ну что, ребятули, последние секундочки тут доходят у нас. И надо напугать на 6 зомбарей. Если ты метр с маской, то тебя все будут бояться. Блин, я еще забыл про этот же. Точно, у нас же тут еще летает дрон один. Погнали ловить зомби. Погнали наши зомбарей. Давай, вылази. Ага. Далеко собрался-то парень. Так, а здесь у вас сколько? Нормально. Так, змея, вали нафиг. Да куда ты? Подожди, не спеши. Синька. Так, ну сколько у нас? 24 уже напуганных. Еще двух зомбарей пугаем и все. Здорово. Прекрасно, но здесь идеально. Здесь, друзья, идеально получилось. Так, ну и сейчас, в принципе, можно отправиться... кафе. Ну, давай в кафе, наверное, сейчас зарядим порцию, если тут, да, у нас хватает. Так, здесь все по нолям, по нолям. Ага, вот тут можно. Тут можно, а тут не хватает одного. Так, ну что, поиск зомби. Через 2 минуты я как раз, ребят, наверное, успею... О! Блин.
Что там у нас? Ice Cream City? Или мне показалось? Так. Ой! Да в плане, блин, ну жирный! Пипец, блин, жиробас! Придурочный! Да какого лешего-то? Что происходит, ребят, а? У тебя нет... Оу, е! У тебя нет такого ощущения, что они... Ну, просто со скоростью бешеной бегут. А, я, кстати, задание выполнил. Если тебе это... Интересно, конечно. Так, давай посмотрим, кто тут. Их двое. Да ну в плане, блин, опять 25. Есть. Так, этих я подбил. А тут что у нас за чудилы будут? Хорош. Блин, ну... Подожди, я разве двоих упустил? Я, по-моему, уже одного... А, вот, вот. Один тут спит. Давай-ка мы ловушечку для него сделаем. Блин. Там жирный находится, ребята. Жирный бегун. Есть. Жирный добегался. Да-да-да-да-да. Жирный добегался. Теперь в другом проблема. Забираем тут награду. Ну давай ты уже. Неплохо, в принципе, ребят. В принципе, неплохо. Так, я, по-моему, наверное, смогу даже что-то зарядить. Нет, не смогу. Вот здесь только. И вот здесь. О, зомби найдено. Уже? Прекрасно. Блин, я же не поймаю ее, да? Я ведь ее не поймаю. Ржет еще. Ну где гарпун-то? Да в плане только вниз, а вверх-то поднимать кто будет? Ну, понятно, короче, ребят. Получила по сраке. Нет. Два. Три. Есть! Старая кошелка. Попалась, а? То-то и оно. Чудесно. Так, бабку можно зарядить в любое, да? А, только для этих уровней. Так, ну я думаю, что вот здесь вот 2400. Да, 2400. Самое максимальное. Одну бабку вместо этих зомбарей. Просто на отправку. Так, ну и у нас еще найден зомби. Пошли, мы их поймаем. Это, видимо, у нас снежный биом. Сейчас я попробую тут. Слушай, ну сетка, в принципе, хороша, ребят. Сеточка очень даже хороша. Если их ловить вот таким вот образом. Да, Рей, ну не тупи, ну. Все. А ну-ка. Так, хорошо, что он мне ловушечку не подпортил. Ну, вот здесь, конечно. Засранец.
Хотел было сбежать, но не тут-то было. Давай, засыха, вылази. Оглушил, но мы его тоже где-то успели бомбануть. Так, ну а здесь-то кто? Так, это у нас недоэльф. Зомби-недоэльф. Отлично, я его поймал. Главный по гарпунам. Интересно, а потом кто будет? Главный по матрешкам? Или главный по сарделькам? В кафешку, конечно. Ну, друзья, получается... Блин, совсем немножко товаров-то надо продать. Совсем чуточку. Но у меня нету. Хотя... Все равно не хватает. Друзья, ну я думаю, в следующей серии у нас уже будет, скорее всего, все это сделано. Мы с тобой получим 38 уровень и откроем еще одну новенькую зомбовыжималку. Жду не дождусь. Ну, тут уже, ребята, много опять ждать, 12 минут. Главное, что я задание все выполнил. И на сегодня мы будем закругляться. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.